О кадровой политике самарской команды много говорил сегодня министр спорта региона Дмитрий Шляхтин. На заседании Думы заявил, что необходимо остановить постоянное обновление состава, когда каждый новый тренер приводит новых игроков. Цитата. «После замены тренера они не играют, но получают зарплату. Данная модель работы не соответствует задачам клуба. Нужно остановить эту ситуацию». Конец цитаты.